Лидер партии «Достоинство и правда» считает, что если ситуация с коронавирусом осенью будет такой же сложной, президентские выборы можно будет перенести на более поздний срок. Об этом он рассказал в эфире одного из интернет-изданий. Dacă în interesul cetățeanului este să se desfășoare alegerile exact la data din 1 noiembrie, atunci se desfășoare. Dacă interesul țării, al cetățenilor, a viitoarelor generații este ca aceste alegeri să se mute la 1 decembrie sau la 1 așa, asta se facă. Срок президента Игоря Дадона истекает 23 декабря. Он сам предложил провести выборы 1 ноября, чтобы, по его словам, оставить без почвы под ногами тех, кто спекулирует, распуская слухи, будто бы он пытается отсрочить выборы. Я думаю, что это важное решение, потому что мы должны дать четкий сигнал, что нынешняя власть не собирается затягивать мандат президента. Мы понимаем, что есть риски, что осенью будет второй этап, либо вторая волна пандемии коронавируса. Поэтому мы решили провести их 1 ноября. Я очень надеюсь, что ситуация осенью нам позволит провести эти выборы. 21 мая голосами 50 депутатов парламента дата была одобрена. Оппозиция была против, считая, что голосование должно состояться раньше. Игорь Дадон выиграл выборы осенью 2016-го, когда во втором туре обошел свою основную конкурентку Майю Санду, получив немногим более 52% голосов избирателей. Всего в предвыборную гонку тогда вступило 9 кандидатов.